Яркая интерпретация классического сюжета в фильме «Полнолуние». На злый талантливый повар. Девушка без проблем может устроиться в любой из ресторанов города, но в ее планах открыть собственное заведение. Молодая красавица увлекается японской кухней и делает все, чтобы стать знаменитым кулинаром. Во время учебы она устраивается на подработку в дом богатого бизнесмена Ферита, мужчины, считающего, что деньги главное в нашем мире. Для него существуют только деловые контракты, цифры и выписки зачисленных крупных сумм на банковский счет. Как и многие другие богачи, Ферит пользуется своим финансовым положением, не стесняясь в выражениях перед теми, кто живет хуже него. Вопреки холодному характеру своего хозяина, Назлы понимает, что он не лишен по-настоящему светлых чувств. Ферит, в свою очередь, тоже открывает для себя девушку с другой стороны, видя, что таких людей, как она, интересуют отнюдь не шуршащие банкноты. Смогут ли два столь разных человека пойти на кардинальные перемены ради друг друга? Посмотреть очередную, а именно 11-ю серию турецкого сериала «Полнолуние» полноценно на русском языке вы сможете после 14 сентября.